Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мне хотелось бы показать, как обделывает ноги северного оленя. Посмотрите вот. Так. Разрез делается вот так вот. Нож должен быть очень острый. И вот смотрите, как делается разрез. Вот так вот делается разрез сразу, посмотрите. Вот, вот и два разреза делается. Очень, конечно, это опыт нужен, большой разрез делать, чтобы не порезать руку. Все, вот разрез сделан. И теперь начинаю обдирать. Посмотрите. Нож острый очень. Камус сейчас негодный. Весной его выбрасывается. Поэтому разделываю по-быстрому. Вот смотрите, как это делается. Это, чтобы молодежь запомнила. Вот мой внук рядом сидит. Покажи. Показать, как внуку разделываются ноги. Сегодня будем мы вам покажем, как варится холодец с ног с этих. Так, вот разрез где сделаны. Ноги оленя всегда вот очень вкусный холодец. Эвинки очень любят холодец варить. Очень вкусный он, посмотрите, когда сварится. Вот все, я снял лапу. Лапы негодны, поэтому их выкидывает. Вот готовая нога. Посмотрите, также опять вот разрез делаю. Так, и вот разрез вдоль копыта идет, вдоль сустава, вернее. Молодежь, я смотрю, обдирать не умеет, когда забивает, выкидывает копыта, где разделку делает. А это разделать очень просто, ободрать, вернее, ногу. Только нож должен быть острый, потому что тут сухожилий очень много. Видите, вот. На обдирку ноги уходит где-то минута. Ну вот, чтобы внук посмотрел, как обдирается нога, научу его обдирать быстро ногу. Вот видите, как простенько их просто обдирать, видите? А потом уже разделывается нога, чистится сухожилие, и будем есть сели, костные мозги. Это самое любимое блюдо эвенков. И едят женщины, все любят очень хорошо. Всем привет от меня. Сейчас вот, ну, отдохну чуть-чуть. Я опять вот разрез делаю, посмотрите, ног. Вот разрез отсюда делается. Раз вот так вот. Вот для этого я заказываю ножи. Простые ножи, острые, чтобы были. Чтобы резал как бритву. Ну, ножами острыми пользоваться очень надо уметь. Опыт большой должен быть. Мы разделаем уже копыта, посмотрите.
Вот так вот делается это. Все. Угу. Тут очень жилы, кости, поэтому нож нужен острый, хороший нож тут. Это мне делали в Якутске кузнецы, мои друзья, которых я случайно встретил на выставке ножей. И вот эти ножи они куют лично для меня, для каждого. Вот, например, обрабатывать ноги — отдельные ножи. Во. Вот и все. Вот. Отделил копыта, посмотрите, заканчивайте. А вот это вот уже костные мозги буду. Сейчас обработаю их тоже. Вот они, поотделял все эти кости. Вот сейчас начинаем колоть косточки. Лопнул. Ага. Так, ну-ка. Угу. Так. Потихоньку. Ну-ка, давай. О. Так, сейчас тут. Тут. Угу. Вот это костный мозг, посмотрите. Вот сейчас достаем. Это считается деликатесом. Вот они. Очень. Сейчас сюда. Вот эти вот так вытащим. Эвенки любят. Видите, косточки, вот, которые не раскололи сюда. Сейчас беру вторую кость. Так. Неровно поставил. Все? Нет, неровно поставил. Неровно. Угу. Во, все. Угу. О, смотрите, ага. Вот это самый цимус, посмотрите. Угу. Сейчас накормим детей, женщин своих. Оператор тоже это проголодался немного. Снимаешь? Угу. Деликатес. Это очень хорошие вещи, посмотрите. Лакомство самое это для венков. Для детей очень тоже любят. Угу. Вот сейчас вот тут вот так это делается.
Аккуратненько. Все. Так. Так, сейчас мы это сюда, цимус, этот, вот он. Угу. Ух ты! Ничего. Так. Угу. Вот, закончили. Сиди. Вот это костный мозг, очень сытный, все ивинки любят такие. Вот, видите? Мелкие кости, они плохо вытаскиваются, с больших хорошо. Вот, смотрите, как. Это делается. Вот, видите, совсем. И тут так же. Вкус масла, да? Как масло, ага. Ну, очень опасно это для жизни. Может пронести. Придется. Горячую чай надо пить. Нельзя холодную воду пить, главное. Ну все, посмотрите. Полную чашку набил мозгов с ног. И сейчас мы будем кушать это дело все. Вкуснятину. Посмотрите, вот такая вкуснятина. Ты все не съешь, Има. Нет, жене. Жена у меня очень любит это дело. Да я смотрю, у тебя самого за ушами трещит, Има. Ну все. Готово. Сейчас пойдем их снимем и все. Так, вот мы закончили очистку ног, достали мозги костные с ног. Посмотрите вот. Его едят без соли. Это эликсир молодости. Угу. Пока он говорит. Сиди. У мужчин очень хорошая эрекция, во-первых. Не жалуется никто, кто питается такой пищей. Старики 80 лет, они говорят, едят, когда на таборах это. Очень, говорит, стоит всегда хорошо. 80-летних стариков до глубокой старости прибор работает. Ну, самое главное, чтобы работал прибор до самой старости, лет до 100, Има. О, держи.
очень хорошая пища. Пища богов. Ой-ой-ой, жирно как, а? Боюсь переборщить. Видите, сколько костей нарубили. Еще съедаем это. Видите? Ну, всем до свидания. Своим подписчикам смотрите канал Анатолий Ляги. И много узнайте про ивенков. Чем они питаются и как живут. Мы рассказываем в основном про пищу, про питание и как живут ивенки Южной Якутии. Всем до свидания, просмотров хороших. До новых встреч. До новых встреч.